праздник на улице, а точнее на главной площади Ковылкино. Общественные пространства ждали своего обновления уже давно. И вот теперь в распоряжении жителей широкие чистые тротуары, детские спортивные площадки, уютные скамейки, качественное парковое освещение. Глава Ковылкинского района отметил особую роль, которую в преображении сыграло Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мордовии. Они сопровождали не только этот объект, а полностью с начального этапа заявки и до окончания работ. Местные жители отмечают, старые объекты теперь не узнать. В архитектуре зоны рекреации прослеживаются национальные мотивы. Их органично дополняют современные интерактивные зоны, например, уличная библиотека. Новой же точкой притяжения стала детская площадка. Она поражает формами и размерами. Горожане отмечают, что масштабы ремонта превзошли все их ожидания. Мне очень понравилось здесь скейт-площадка. Очень все удобно, красиво. Очень красивые кони и много кафе. Там очень вкусно готовят и очень красивая надпись Ковылкино. Мне вот, например, больше всего понравилось вот где Ленин. Там и, вот все да, сделали. И мне тоже да. Памятник. Уютно. Есть зелень. Думаю, летом будет еще лучше. Сквер раскроется для местных жителей. Внуку мне самое главное понравился. Мы сразу как просыпаемся, идем на площадку эту. Также в день открытия двух новых объектов состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации. Для юношей и девушек этот день стал особенным вдвойне. Кристина Стомина, Максим Бекеев, Народные новости, Ковылкинский район.